Красав рятує світ. Найгарніші та найрозумніші дівчата візьмуть участь у конкурсі «Міс Дніпро» 2021 року. Вже скоро. І ми дізнаємось про цей конкурс прямо зараз. До нашої студії ми запросили Марго Кондратову, співорганізаторку конкурсу «Міс Дніпро». Дівчата, які будуть брати участь у ньому, це найкращі, це колір нашої нації, так? Це краса і майбутнє, можливо, так? Тому що дівчатка точно. Ці всі молоді. Марго, ми вас вітаємо у нашій студії. І ось такі корони вже будуть на головах чарівних дівчаток. Здравствуйте, рада вас видеть. Да, конкурс в первую очередь даже не про красоту, а про внутреннее составляющее каждой девушки, потому что мисс Днепр и мини-мисс Днепр должна обладать в первую очередь не только внешними данными, да, потому что красивых девушек много, вообще Украина славится красивыми девушками. Вот, а самое главное это то, какие девушки внутри, насколько они развиты духовно, насколько у них богатый внутренний мир, насколько они целеустремленные, насколько они талантливые, умные, добрые душой, что не самое, ну, что самое важное. Ну, от ми знаємо, що кожного року ось той набір позитивних якостей, чеснот дівчат, він збільшується. І те, що здавалось минулого року, дівчина була такою, вже наче все, вже включили ви і судді, і члени журі, вже обрали найкращу, то з кожним роком якось ці якості починають розширюватись. Тобто вона повинна бути не лише волонтеркою, а можливо ще і там творчою, талановитою, вона повинна і співати, і танцювати, і володіти собою, ну, тобто стільки всього вона повинна вміти. Причому це касається як юною, ну, дівчинку, так як міні-міс, так і міс взрослую. А чи не забагато це для однієї ось такої красуні? Ні, в самий раз. Мені кажеться, що наші жінки способні на все, поэтому это самое, ну, самое то, що необхідно. Це ж вимоги тільки в Дніпрі такі, чи це вже в усьому світі так вони підвищуються? На самом деле, я думаю, это касается всех конкурсов, и в первую очередь конкурса «Мисс Украина», поскольку мы являемся официальным представителем этого конкурса у нас в городе, вот, то общаясь там с комитетом организационным, мы перенимаем то, что говорят нам девушки, как они относятся к своему конкурсу, так и мы относимся к своему конкурсу, и требуем все-таки, чтобы девушки были очень высоких стандартов, да, вот как внешне, так и внутренне. У нас а очень... зовнішність, от ті параметри, які колись були, зріст обов'язково високий, можливо, вона буде трошки менше ростом, але буде мати таку кількість. Да, немножечко мировые тенденции, вот именно модные индустрии, они не так сильно сейчас влияют на девушек, которые участвуют в конкурсах красоты. Правда, действительно, рост хотя бы должен быть 165 сантиметров, да, то есть, но вообще о моделинге, если говорить о классическом, о уровне Европы, это там 176, то, конечно, все-таки наши девушки, которые могут участвовать в конкурсе, они немножечко ниже могут быть ростом, да. Но мы больше смотрим, опять же, в целом, как она выглядит, как она себя чувствует, что она делает. Даже, скажем, ее действия и поступки более важны, чем ее внешние критерии. А минулого року також був конкурс, і ми зараз можемо побачити фотографії світлини, які ви нам надали. Ось кожного року вони, ці світлини, з'являються з найкращих місць нашого міста, де взагалі проводяться подібні конкурси, так? Ну, ми знаємо, що карантин, так, і заборони, і на жаль, ми не можемо вмістити таку кількість людей, аби все желающие могли взять там участие. Да, это ограниченное количество людей, конечно же. Во-первых, очень мало пригласительных раздаем. Во-вторых, мы все карантинные ограничения соблюдаем. И место, собственно, которое нас принимает, в данном случае, Лючия Банкет Холл, да, они об этом говорят, что должны быть люди в масках, везде антисептики, все это соблюдается, конечно, здоровье превыше всего. Ну так, и добре, что он есть. Что хотелось еще сказать, что и цього року, и минулого, и позаминулого такие конкурсы проводились, незважаючи ни на что, так? Тобто краса, вона буде завжди, якщо... Ну, є все одно ряд нюансів, поскольку ми були вимушені не посещати в цьому році дом престарілих і не змогли посетити також... Есть частные дома, которые мы ездим, есть государственные, которые в Приднепровске у нас находятся, да, мы тоже не смогли к ним попасть, это только летом, мы сможем их посетить и привезти какие-то угощения, концертную программу и так далее. Они нас всегда очень ждут. И малоимущие семьи, и вот дома престарелых, но там, где очень много людей, где есть детки, мы не можем попасть. Максимум это на улице приехать, что-то передать и снова уйти, хотя раньше это была какая-то большая конкурсная программа, мы что-то делали совместно с ними, какие-то времяпровождения какое-то и так далее. То есть, ну, это было так вот много, ярко,
ярко, дружелюбно. Сейчас, к сожалению, из-за карантина это все очень так гораздо скромнее. Зато приют «Друг» в этом году, конечно, нас примет в полной мере. Мы уже раз у них были, это большой приют животных, я думаю, все знают его в городе. Поехали, отвезли к ним продуктов, познакомились хорошо, все разузнали, что необходимо. Теперь вот на майские я приглашаю, собственно, всех желающих города, кто неравнодушен к теме и больных животных, и здоровых, просто бесприютных, поехать вместе с нами, будем красить у них вольеры, вести им еду, попросили холодильник для них приобрести, в общем-то, вот такая большая вот такие социальная программы, так, социальные. Да. Зараз девчата вже не просто можуть працювати над створенням своєї краси, своєї зовнішності, а ще і займати такими волонтерськими задачами, ну, я що мається на увазі, так, не лише волонтерство, як саме по собі, так, а це і, можливо, в деякій мірі і меценатство також, конечно, з їхнього боку, тому що... І з нашого, як організаторів, звісно, ми привлекаємо обов'язково, ну, собственно, і самих... Ну, организации, которые могут выделить финансы, и сами мы имеем какой-то небольшой свой фонд, и мы со своего фонда это делаем, поскольку и мне это интересно, и моим партнерам Юле и Ане, это было первое, что мы оговаривали, когда создавали вот конкурс, придумывали все, как это будет, да, что это должна быть в первую очередь большая волонтерская работа. И вот эти девочки, которые не посещают мероприятия, скажем так, они имеют меньший шанс все-таки выиграть это место. Вот, например, победительница прошлого года, там Анна Манжелена сегодня не пришла, тоже занята в работе, она самостоятельно, несмотря на то, что там девушка 165 сантиметров ростом, она после операции весила всего 48 килограмм, то есть она прямо накануне перенесла тяжелую операцию. Она самостоятельно в детский дом за ночь, она пекарь-кондитер, испекла 100 печеньев, пряников, красиво разукрашенной глазурью. Это было потрясающе. Все это запаковала, красиво вам привезли, подарили. Вот настолько широкая душа должна быть у девочек. То есть она должна не бояться положить там свое здоровье, свои силы. Все, що у неї є, саме лучше віддати на благо города. Це дуже важливо. Ну ось так, бачите, які дівчата. Колись так не було, так? Може, так. Там років 20 тому обрали дівчат суто за їхнім зовнішніми, дуже привабливими характеристиками. Дивилися, щоб у дівчини все було гармонійно, аби зріст відповідав, там, статура. Так, это ну, все и... есть у наших участниц, у каждой из них. Каждая из них размера S, M, максимум L. То есть они все красивые, фигуристые, с длинными волосами, с красивыми глазами. То есть все в порядке. Девочки знают по несколько языков. Они все заканчивали высшее учебное заведение, либо собираются поступать, потому что конкурс, если мы говорим о старшей мисс, это от 15 до 28 лет. Если мы говорим о юных девочках, тогда там это от 5 до 12 лет конкурс. То есть это все девочки, которые занимаются собой и в внешнє і внутрішнє. А як потрапити взагалі до вас? Чи є обмеження, як стати красунею? Вообще у нас було 5 волн кастинга. Сумарно ми кастингов проводили где-то человек на 500-700, по-моему, было у нас 700 детей, 500 взрослых. 700 и 500 дорослых? Да. Ничего себе. Это было онлайн? 4 волны. Нет, они все, каждую из них, они приходили ко мне в офис, мы их собеседовали, смотрели, разговаривали. Они рассказывали о своей жизни, что они делают, какие у них интересы. Мы перепроверили всю информацию, потому что очень важно, чтобы, чтобы она правду говорила, и чтобы профиль у нее был в социальных страницах, были нормально оформлены, чтобы, ну, то есть, не было ничего того, что потом может всплыть и пойти что-то не так, потому что дальше победительница и тех девочек, которых отберет комитет Украины, вот, на мисс Украину, да, у них еще более жесткие требования, чем у нас. Вот поэтому необходимо было, чтобы мы точно были уверены в своих участницах, потому что на сегодняшний момент уже есть несколько девушек, которые, за которых они заинтересованы принять у себя на конкурсе, которые будут представлять наш город и область на украинском уровне, а дальше на мировом уровне. Поэтому все это очень серьезно. Вот ничего такая собі, большая так, работа. Такая организация серьезная, суто, має вона ну, не лише організаційний характер, так, вона здатна, ось ця організація ваша, звернути увагу на проблеми в суспільстві. Тобто ми не лише говоримо зараз про красу, ми говоримо взагалі про ті проблеми, які є, з якими потрібно боротись. І це будинки для престарілих, і це будинки з маленькими дітками, так, і це взагалі там можуть бути і тварини, і взагалі можна розширювати. Ми самі виходимо на зв'язок з такими організаціями, це всі, це і животні, і діти, і дома престарілих, тобто і дома інвалідів,
инвалидов, это все, то есть подходит нам, да, мы со всем этим работаем, вообще отлично, инвалиды тоже. Если кто-то просит отдельно, допустим, какая-то небольшая организация или частная волонтерка одна, например, которая там, или двое-трое их, говорит, выделите, пожалуйста, какие-то ресурсы, там, помогите нам что-то сделать и так далее, мы все это делаем. Еще есть такая идея сделать высадку деревьев, например, или вот что-нибудь такое, мы пока работаем над этим вопросом. Mm-hmm. То есть вот вопросы экологии пока в этом году мы не успели затронуть, но я думаю, что вот ближайший год это все изменит, в следующем году нам будет чем похвастаться еще и в вопросах экологии. Марго, ну а це все під силу дівчатам? У вас в організації скільки людей взагалі? Ну, смотрите, нас троє організаторів, и еще есть целый штат, который нам помогает, то есть еще порядка 15 человек, которые делают всякую другую разную работу. У нас mm-hmm. много друзей агентства, кто с удовольствием, и предприниматели, и вообще все, на самом-то деле, ну, очень много желающих помочь и поучаствовать. Когда ты говоришь, что вот есть красивые девушки, которые очень умные, талантливые, готовы помогать, вот, привлекать внимание к этим всем проблемам, люди почему-то сами реагируют, оказывается, у нас все с открытым сердцем живут. Вот такая вот Украина. Так здавалося б, да. Що ми зараз і так потерпаємо кожен так, від проблем, а коли об'єднатися і зусилля з'єднати, то виходить, що все можна зробити. Все можна зробити, абсолютно, нет никаких преград. Як буде проходити сам конкурс, хто в членах журі, що в Дніпрі взагалі буде відбуватися. Трошки про це, будь ласка, Марго, розкажіть. Значить, зустрічаємося ми всі 15 апреля, це вже в цей четверг, Лючія Банкет Холл, це велике, красиве місце у нас в місті. Ми займаємо все пространство, яке там є. На мероприятии буде до 200 чоловік, просто тому, що більше ми не можемо по квадратурі, опять же, з-за карантинних ограничений. Вот, це буде участвувати 20 взрослих учасниць і 20 дівчаток маленьких, да, которые будут бороться за 5 главных мест. То есть они борются за мисс и мини-мисс Днепр, первую мисс, вторую вице-мисс, мисс бьюти и мисс зрительских симпатий. Зрительских симпатий выбирается накануне, за сколько там, за 5 часов до начала конкурса регистрация будет уже закрыта, то есть нельзя будет кого-то поддержать, то есть, грубо говоря, это будет такой спойлер, да, то есть все уже в принципе будут понимать плюс-минус, кто выиграет зрительских симпатий нашего города. Вот. Эти 5 номинаций работают и для маленьких девочки, для взрослой, вот у каждой есть своя корона, собственно, вот так они. Це вони дві. А корони отримують лише дві, так, дівчини? Нет, чи ви будуть? Знаете, все получают, во-первых, номинации обязательно, поскольку эти 20 девочек, они самые достойные, поэтому вот кто-то, кто отличился в каком-то вопросе, там, кто-то был очень энергичным, получил за это, кто-то был там более широкой душой, получил за это номинацию, то есть все 20 получают маленькие диадемы, вот, подарки, цветы, понятно, да, и ленты обязательно. И дальше 5 призових міст, у них великі корони, і от ці дві корони побідительниці. Так, тобто ці 20 дівчат, вони вже достойні. Виходить, що вони беруть участь у конкурсі, але до того вони так працювали, що стали претендентками. Ну, їх із 700 же вибрали как-то, їх 20. Звичайно, 20. Тому вони вже апріорі побідили в каком-то, ну, каком-то. Це вже перемога уровне для цих дівчат, так? Я думаю, да, поскольку вони дуже раді своєму місту, вони так охотно в цьому участвують, я думаю. А да. Вже ви розумієте, хто буде переможницею? Приблизно. Ні. Ніхто цього не розуміє до самого конкурсу. Так, тобто все виходить вже там. Да, вони навіть за зрительських симпатій так борються. Сегодня одна, другая завтра там еще попросила кого-то блогера там подключиться к этому, еще что-то там, выступила с каким-то интервью, где-то за нее еще больше проголосовали. Очень сложно. Вот. И на самом-то деле у организатора столько много работы, что я даже не могу сказать, вот, насколько кто является, допустим, лично там нашей фавориткой, да, как организаторов. То есть вот это вот до последнего момента, это такая большая интрига, девочки стараются, работают на максимум, поэтому все будет понятно только 15 числа. Кто будет в членах жюри? Чи будут відомі люди? Я думаю, да, это 6 человек достаточно известных людей, это и меценат нашего города Антон Ткаченко, и Давид Дубницкий, это известный мировой фотограф, вот, ну, собственно, 6 человек таких очень хороших, так, понимающих в красоте людей, вот так, да. Ну, а как вы думаете, чоловіки краще можуть оцінити жіночу вроду, чи все ж треба и девчатам давати можливість? Здесь у нас есть и девушки, и парни, просто потому что у каждого есть свой взгляд на этот мир, и мужчина, и женщина одинаково должны принимать, ну, решения, да, и участвовать в этом конкурсе, поэтому в равной степени есть и те, и другие, и каждый со своей стороны будет проявлять свое мнение. Чи есть шанс у наших дівчат отримати корону вже
іншого значення, наприклад, європейську чи світову. Конечно, навіть. Конечно, і вже чекає далі конкурс «Міс Україна», а далі і на мировий конкурс, конечно, і всі вони достойні. Були вже дівчатка-переможниці з нашого міста, які далі пішли? Чи пам'ятаєте? Ви знаєте, їх взагалі на самом-то деле много. І є ті, які участвують і в городському конкурсі, і потім їдуть на Україну. А є і наоборот, буває таке, що спочатку участвують «Міс Україна», а потім возвращаються і ще получають регіональний конкурс. Поэтому так. Таке. Маленька дівчинка, ось їй теж треба підготувати програму. Що входить в той перелік програми? Що вона повинна зробити? Як себе представити? Скільки суконь треба підготувати для цього конкурсу? У нас наряди всі. Це головна боль організаторів. Це все предоставляємо ми. Ми підбираємо лучших дизайнерів міста, хто дає нам ці наряди. Це українські наряди будуть обов'язково кититься. Вони нас кожен рік підтримують. У них шикарні наряди. Обов'язково, звісно. Это же все-таки лицо города. Вот, это и вечерние наряды, и casual наряды, поэтому за это все девочки, в принципе, не переживают. Они, их задача готовиться к конкурсу, то есть они упорно, ну, что самого конкурса показа да, касается, это фотосессия была, у них интервью брали, где каждая показывала свои таланты, да, вот. И дальше это дефиле обязательно, потому что у них 4 выхода и финальное награждение, и все это нужно достойно показать. Повинні бути моделями обов'язково, якщо дівчина ніколи не представляла себе десь в модній індустрії, чи може вона потрапити на конкурс і Конечно, мати можливості? Звісно, ми все це робимо заранее. Большая же ведь все-таки довго, вони вже півтора місяця готуються к конкурсу, і ми все предоставляємо. Вони же прорабатують із психолога внутрішню составляющую, і займаються актерським мастерством, щоб не розтерятися на сцені, тому що вони будуть відповідати на питання, інтелектуальний конкурс і все остальное, поэтому вони повинні розуміти, що вони будуть делать. Плюс дефіле, плюс фотопозирование, ці базові дисципліни, які изучають всі моделі. Це їм жизненно необхідно вот перед конкурсом. Поэтому вони готові. Маргот, якщо готові дівчата, і я так сподіваюся, що ви також майже вже готові, немає нічого неможливого для вас. Ось такі активні організатори є в нашому місті, в Києві також. Всі готуються, всі чекають вже того фіналу, коли можна буде подивитись на найгарніших, найкращих дівчат. І справді ми з кожним роком розуміємо, що не лише красою обмежуються такі конкурси. Міс Дніпро, наприклад, це взагалі ось така дівчина, яка в собі несе багато чого і потрібного для нашого міста, для нашого суспільства і взагалі для нашого життя. Ось такі складові є в характерах кожної дівчини. Дуже дякую вам, Марго, що прийшли сьогодні до нашої студії. Дякую, що розповіли про цей конкурс. Сподіваємось побачити вже найближчим часом найгарнішу дівчину. Ми вас чекаємо завжди на трансляції, оскільки всіх ми не можемо позвати на наші мероприятия, поэтому всі переходите на страницу в Інстаграмі «Міс Дніпр Офіціал». Пожалуйста, буде трансляція всього мероприятия. Смотрите, якщо є зарубіжні партнери, також перевод на англійський, тому що нас смотрятся всіх. Со всіх стран. Вот дуже так. Хочеться побажати, щоб все вдалося, так, і найкращу дівчину таки обрали. А ми вже будемо завершувати нашу сьогоднішню програму. Зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.